Друзья, перед тем, как заливать воду в аккумулятор дистиллированную, нужно проверить, реально ли она дистиллированная, или это не просто обычная вода с-под крана. Значит, мы это проверим вот таким вот образом. Мы берем, включаем лампочку в розетку. У нас здесь разрыв минуса там, да, ну или фаза, это не важно. Видим, да? Вот обычная вода, она проводит ток. Мы видим. Ну, электричество вообще вот проводит. При любых раскладах она проводит. А теперь мы берем дистиллированную воду. Заливаем. Если она даст такой же эффект, значит ни хрена она не дистиллированная. Вот мы вот так не боясь наливаем. Опять же говорю, на разрыв там, минуса там, или фазы, к примеру. Соблюдаем технику безопасности, желательно перчатки, которые не пробивают. Как видите, электричества нет. Значит, мы берем обычную соль. Ну, это у меня не обычная, это у меня морская соль, но можно взять и поваренную соль. Можно даже в теории взять мочу. Или то, что остается от мочи в высушенном виде. Минерал. И по факту мы добавляем соль. Недостаточно. Еще добавляем и смотрим на лампочку. Смотрите, пошел контакт. Пошел контакт. Мы продолжаем добавлять минерал, видим, и контакт повышается. Проводимость, вернее. Проводимость повышается и повышается. Лампочка будет только от этого ярче светить. Не обращайте внимания на ее тусклость, унылость. У меня лампочка сейчас пока 25 ватт тут. Можно и 150, и 200 использовать, да сколько угодно. То есть она от этого стала только ярче светить. Значит, вода реально дистиллированная. То есть она не проводила электричество. Либо проводила, но недостаточно. Но, скорее всего, что вообще не проводила, потому что дистиллированная вода вообще не должна проводить электричество. Как видите, теперь мы можем переходить к фазе. Видим, да? Вот мы сейчас вообще замыкаем, а вот мы тут буль-буль-буль-буль делаем. То есть мы уже можем не париться эту воду вливать в аккумулятор дистиллированную. Итак, друзья, нам надо открыть пробки эти, в банки попасть. Но никогда не используйте вот такую вот крестовидную отвертку. Если у вас есть какая-то там вообще промышленная, прям на такой размер, все равно не надо. Тут пластик в этих пробках трухлый, трындец. И причем нужно брать плоскую отвертку, и все равно не надо вот так брать вот это делать, потому что может треснуть здесь пластик. И это частенько встречается. Для того, чтобы в аккумуляторах частенько это у ребят встречается. Вот, мы берем вот такую вот изоленту. Ну, любую какую-то изоленту для уплотнения. Отрываем кусок. Вот так вот налепили. Вставляем вот так вот отвертку. И придавливаем и только тогда прокручиваем, но аккуратно может треснуть. Треснуть именно скол тут получится. Все, мы уже открутили здесь, уже вот видите, дело пошло. Потом также здесь делаем. Взяли, придавили, вот нормально так придавили. И вот видите. Но надо это еще раз говорю, делать очень аккуратно. Треснет все это, ну это не полная торба будет, но тем не менее. Это же аккумулятор, который восстанавливается, да? Надо сделать так, чтобы он был тем аккумулятором, который восстанавливается. Потому что есть аккумуляторы, которые не восстанавливаются, но они тоже восстанавливаются, но не такой методикой. Я сейчас подробно покажу вам, что да как к чему. Все, мы открутили, все, дальше дело простое. Вот, ну, все вот так вот легенько проворачивается, все. Так как мы проверили качество этой водички, она реально соответствует своему названию. Мы берем, вот так, наливаем в баночку. Уж баночка должна быть чистой, максимально чистой. Протереть внутри. Вот. И мы открываем наши баночки. Опа! Увесистый гад. Вот так вот сейчас все подкрываем.
Стараемся, чтобы сюда никакая пыль не попала. Перед тем, как вообще вот эту всю процедуру проворачивать, возьмите пылесос сверху, пропылесосьте, потому что, видите, у меня здесь всякие там пылинки какие-то, каким-то они таким боком попали магическим. Вот мы вскрыли банки. Так, попрошу снять вот эту банку внутри. Так, нифига не получается. Сейчас мы будем применять свет с дополнительного оборудования. В общем, берем обычный медицинский шприц, чистый. Вот так вот берем, я вот распаковал. Набираем водичку. И спросите, какой же должен быть уровень, когда водичку зальешь в банку? Уровень должен быть 2 сантиметра, 1,5-2 сантиметра от уровня пластины. Если чуть больше, не страшно. Если прям хотите переборщить, ну, проверяйте тогда плотность. Хочу сейчас ваше внимание обратить. Вот, посмотрите на банки. Вот чистая баночка, да? А вот мы видим сразу сульфатация. Вот она ярко выраженная. Это, видите, такие, как бы, она не чистая. Какие-то вот как пятна на ней. Вот следующая чистая. Следующая нечистая. Следующая чистая. Ну, вот видно. Вот. Значит, мы вот такую картину получаем. Вот. Как избавляться от этой фигни, я вам расскажу. Ну, давайте, ну, вот я вот демонстративно вам покажу. Мы берем вот так вот и заливаем сюда. Помним, расстояние от пластин 1,5-2 сантиметра. Почему так? Потому что, ну, это автомобильные аккумуляторы изначально. Они рассчитаны для того, чтобы, когда они, ну, вы ездите, машина трусится, аккумулятор тоже, соответственно, водичка болтыхается, и чтобы весь электролит попадал на пластину, чтобы пластина не была голая, даже частично. Вот так, мы залили, и ничего страшного не будет. Вот. Значит, как мы должны с вот этой всей фигней разобраться, с сульфатацией? Есть такая штука, как десульфатация. Но давайте по порядку. Мы должны этот аккумулятор в какой-то пластиковый, ну, в какой-то судок такой пластиковый, мы должны перевернуть, вылить из него весь электролит. Затем взять воду с содой, размешать и залить во все эти банки, дать немножко реакции пройтись, ну и потом это вылить и так 2-3 раза сделать. Ну а потом весь электролит, который вы перелили в судок, да, еще можно обычной водичкой потом промыть после соды, и потом весь электролит сюда обратно залить. Вот, я готов вам про это видео снять в следующее, как только это видео соберет 400 лайков. Вот. Почему я в этом видео все сразу не делаю? Потому что элементарно другие люди тоже хотят посмотреть элементарный процесс. Не переключайтесь, дальше будет интересно. Я сейчас покажу вам тему с аккумулятором, который не восстанавливается. Как с ним работать и так далее. Вот. А что касаемо этого, я вам показал сейчас простейшую схему. Но сейчас еще одна будет схема, когда вот вы взяли банально аккумулятор, купили себе, просадили его до 11,3 или 11,1, или там вообще хуже того 10,9, и он у вас заряжает, вы его потом ставите заряжаться, он у вас заряжает за 15 минут и полностью зарядился. Потом вы думаете, нифига себе, вот это оперативный аккумулятор. Вы его ставите на инвертор, и он у вас работает где-то минут 7 и выключается. И вы его не можете по факту зарядить вообще. Я сейчас вам покажу, как его, вот именно эта тема, вот как его реально восстанавливать. Вот это я сейчас вам покажу, расскажу, как вообще вот этот вопрос глобально порешать. Прямо сейчас. Да, друзья, самое главное, когда вы затягиваете пробки, не надо там силу приваливать. Легонечко закрутили вот так. Легонечко. Легонечко. Дальше мы потом через изоленту. Так же самое, как выкручивали, так и закручиваем. Вот как видите, ну, пластику, блин, рассыпается просто на глазах.
пластиковые гайки быстро приходят. Поэтому все через изоленту. Говорят, аккумулятор, когда заряжается, надо банки снимать. Не надо снимать банки. Не надо снимать банки, так как есть вот вытяжка. Вот тут. И вот здесь. Поэтому не надо пробки откручивать. Это лишнее занятие. Самое главное, вы должны это делать в помещении, где вы не находитесь, и чтобы оно проветривалось. Я надеюсь, вам не нужно рассказывать о проблемах и последствиях, которые могут с вами случиться и случиться в помещении. И как это взрывоопасно. Вот. Далее, мы берем аккумулятор. К примеру, вот, как я уже говорил, вы его разрядили, довели до глубокого разряда. Кстати, друзья, не рекомендую доводить аккумулятор до глубокого разряда. Вы максимум можете разрядить его до 11,7. Это причем в тепличных условиях, там при температуре там, ну, 15-20 градусов. Разряжайте максимум до, ну вот, потолок это 11,5, это уже 0, но это уже последствия будут. До 11,7 все, вот хотя бы так, это 20% считается. 12,5 это 100% заряда. К примеру, вы спросите, что, а что ж такое там 12,7 или там 13,1? Это такое себе, это избыток немножко. Ну, надолго это не, вот этот перезаряд, он не работает надолго. Поэтому это не так уж и значительно, там, что 11,3, 11,2, 13,1, там, к примеру, или там 12,9. 12,5, все, это вот 100% заряда. Поэтому не разряжаем глубоко его, потому что будут последствия. Будут последствия при любых. Ставим зарядное устройство. Вот представим себе картину, что вот он разрядился в срандель. Не путаем полярности, потому что... Ну, вообще, во всем, и с инвертором, и с зарядным устройством. Иначе будут последствия страшные. Он замкнет. Замкнет однозначно. Здесь переменного тока нет. Мы вот поставили зарядное. Зарядное надо в сторонку убирать. Не надо нагревать наш аккумулятор. Вот, включаем. К примеру. Вот. Пошел заряд. Мы, к примеру, заряжаем его. Он, допустим, за 10 минут зарядился. Зарядился? Окей. Мы его вот так вот отключаем с розетки. Снимаем клеммы. Ставим инвертор. Ну, либо какую-нибудь 12-вольтовую любую там тему. Ну, типа лампочки и так далее. То есть, если мы заряжали, к примеру, его 10 минут. Да? 10 минут он заряжался. Видите, 13 вольт выдает. Он, к примеру, 10 минут заряжался. И значит, мы его будем разряжать 1,5-2 минуты. Это под силы. Мы берем лампочку. Сейчас, ту самую лампочку. Соединяем ее. И вот таким вот образом мы минуту, там, 1,5, ну максимум 2 разряжали. 10 минут заряжали. Прошло 2 минуты. К примеру, мы это все дело подключаем и снова бросаем клеммы зарядного устройства. И, к примеру, грубо говоря, 20 минут заряжается, значит, мы 4 минуты разряжаем. Потом, к примеру, 40 минут заряжается, мы, естественно, 8 минут его разряжаем. И так делаем, пока он 10 часов не сможет простоять в заряде. Вот такими вот последовательными путями идем. Итак, переходим дальше к аккумуляторам, которые не восстанавливаются. Итак, друзья, вот этот аккумулятор, который не под восстановление. Что бы вы ни делали, вы здесь не найдете вот такие же пробочки, чтобы его раскрутить. Да, они как бы внешне здесь есть даже очертания от них. Но вы не проникнете в него, чтобы там проверить его плотность. Или залить дистиллированную водичку. Так вы зададите вопрос, так как же как быть?
Первое. Берем, чтобы они были прозрачные. Потому что есть непрозрачные. У меня таких есть два. Вот. Я снимал неоднократно видео. Можете посмотреть у меня на канале. Кстати, подпишитесь. У меня много полезной информации. Вот. Берем прозрачные. И берем просветку. С тыльной стороны мы сейчас будем здесь просвечивать. Сейчас я выключу свет. Мы увидим, как я его просвещу. И будет видно, сколько здесь дистиллированной водички. Вот. Если ее очень становится мало, мы берем, опять же, наши шприцы. Берем иголочку вот, да, вот банально такую. Находим, где должна быть эта пробочка, и здесь можно будет пробить. Я этого сейчас делать не буду, так как я проверял этот аккумулятор. Несмотря на то, что ему дохренище лет, он в идеальном состоянии, идеально держит заряд. Я его восстановил, кстати, я видео снял, как это делать. Вот. В теории рассказываем, пробиваем здесь отверстие, в зависимости от того, сколько водички здесь, где баночки эти все закрыты от друг друга, не переживайте. Это я говорю на всякий случай для тех, кто не знал. Вот, и заливаем водичку. Вот, проверим, сейчас покажу как. Итак, вот мы видим таким вот образом, если, ну вот я, допустим, вот так вот просвечиваю, да? Вот сболтыхал, водички здесь будет здоров. И вот так вот, как видите, оно все просвечивается. И таким вот образом мы вот сболтыхали и смотрим на уровень. Пластины утоплены практически. Ну вот здесь хреново, конечно, но вот здесь вот вообще идеально. Видно, да? Водичка болтыхается. По факту вот эта банка хреновая и вот эта. Но оказывается вот это еще хреновей. Здесь пластина чуть-чуть видна. И здесь тоже. Что очень плохо. Друзья, если вы хотите, чтобы я снял видео, как вскрываются вот такие вот аккумуляторы, которые не восстанавливаются, и проводим десульфатацию с помощью соды и воды. И с теми, которые восстанавливаются. Напишите в комментариях, я обязательно сниму видео. Но это видео должно собрать... Давайте соберем много лайков. Прошу вас. Ведь я очень стараюсь для вас. Ах да, друзья, чуть не забыл. Когда вы попробиваете здесь отверстия, перед тем, как позаливать дистиллированную водичку в баночки, их можно, значит, заклеить следующим образом. Засиликонить, да? И сверху еще налепить изоленту. Но это если вы хотите спасти свой аккумулятор, задарма не отдать его дяде или просто не выкинуть его на мусорку. Мы все прекрасно понимаем, в каком мы сложное время живем. Тем более вот такой вот аккумулятор с такими вот показателями. Даже вот, не знаю, блин, даже мне в подляк такой аккумулятор было бы выкидывать. Даже если он бы там 2 ампер часа выдавал. Ну нафиг. Подпишитесь на мой телеграм-канал, у меня очень много полезной информации. Там собрались мастера со всего мира и дают абсолютно бесплатный совет. И это абсолютно бесплатный канал. Единственная просьба, соблюдаем условия нашего телеграм-канала. Мы там не ругаемся на друг друга, не ругаемся, не скандалим и не обсуждаем политику и религию. Все, спасибо большое за просмотр.